Всех приветствую на нашем канале. Сегодня к нам на разбор приехала Renault Captur 2019 год, двигатель 1.6 на автомате с пробегом 64 тысячи километров. Автомобиль после ДТП по передней части. Давайте сразу с вами рассмотрим. Сильные повреждения. Лобовое не уцелело, стойка замята. Вся передняя часть смещена. По передней подвеске тоже здесь все печально. Под капотом у нас такая ситуация. Передняя панель аж на двигателе. Как освободим двигатель? Будет произведен его осмотр. Также замер компрессии. Если он, конечно же, уцелел. Если нет, то двигатель поступит в полный разбор. Поэтому детали в любом случае будут. Передние тормоза у нас сильный износ. Передних дисков в продаже не будет. На зимней резине. С водительской стороны дверь у нас ушла. Видим, что она до конца не закрывается. Имеется щелка. В остальном дверь у нас ровненькая. Откроем. Посмотрим понизу. Понизу тоже все отлично. В целом состояние автомобиля соответствует пробегу, заявленному 64 тысячи, 65 точнее тысяч километров. Сиденья тоже в отличном состоянии, без заломов, не прожженные. Задняя левая дверь у нас также вся ровненькая. Сзади электрические стеклоподъемники. Понизу все превосходно. Задний ряд. Крыло заднее левое у нас также ровное. На фендерах присутствуют царапинки незначительные. Сзади у нас парктроники. Задняя часть у нас вся целая. Фонари с обеих сторон у нас уцелели. Без повреждений. Накладка на бампер также целенькая. Багажник с кнопки открывается. Упоры держат отлично. Полочка у нас также целая. Задняя панель ровненькая, без коррозии. Обшивки багажника у нас тоже не затертые. На самой двери обшивка также у нас целенькая, без царапин. Заднее правое крыло тоже у нас все ровное. Сзади барабаны. Видно часть подвески. Молдинг отсутствует. На двери есть вмятинка небольшая. На камере, наверное, видно не будет. Ну, вот здесь. Также по низу все отлично. Передняя правая дверь подзажата. До конца открыть не получится. И видим, что уже появился заломчик. Зеркальный элемент целый. Зеркала с повторителями. Больше возможности открыть дверь нет, чтобы ее не портить. По акту проверки такие данные. Еще раз покажу, как автомобиль выглядит. И напоминаю вам о том, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии. А также проблемные автомобили по всему Уральскому округу. По самой справедливой, выгодной для вас цене. Переместимся в салон, посмотрим, что у нас по салону. Звуковой сигнал не работает. Рулевое колесо в отличном состоянии. Стеклоподъемники. Передний правый, задний левый, задний правый, передний левый работал. Сейчас почему-то перестал работать. Указатель поворота не показывает, дальний на панели приборов загорается. Стеклоочистители работают, но они зажаты. Дворники со временем пытаются сами двигаться. Аварийная сигнализация работает. Центральный замок также срабатывает. Отопитель у нас... Отопитель тоже работает. Четвертая скорость. Никаких шумов, вибраций, посторонних звуков нет. Все отлично. Еще раз попробую. Водительский перестал работать. Ручка выбора передач тоже у нас не затерта. В отличном состоянии. Так же, как рычаг стояночного тормоза.
бардачок открывается, плафон включается, зеркальный элемент целый, с пассажирской стороны также зеркальный элемент целый. Пассажирское сиденье у нас тоже все чистенькое, не прожженное, так же как и задний ряд сидений. Все с ним отлично. Потолок у нас тоже чистенький.